Времени суток всем людям. Добра, здоровья, благополучия. Для начала хочу представиться. Меня зовут Коля. Я цыган, прозвище мое Речка. Живу в Ростовской области, в станице Заплавская. Люди добрые, хочу обратиться по какому поводу. У меня недавно случилась проблема. Прихватила у меня спина очень сильно. Закусила поясницу. Да так, что перестал ходить. Отказала у меня левая нога. И отказала, не понял почему. Поехал в больницу, обратился, сделал МРТ позвоночника, поясницы. Кто понимает, тот вот увидит. Позвоночник весь искривлен, весь неправильный. Вот МРТ еще одно. Тут показывает, что вот на позвоночнике две грыжи. Вот. Поехал к врачам в больницу в областную, в Ростов. Сказали, что срочно нужно делать операцию. А так может быть так, что пойдет осложнение. И перерастет в то, что откажет нога, и вообще не буду ходить. Ребят, скажу честно, как есть. Я недавно освободился. И начал нормально жить образ жизни. Перестал лезть в каждый момент. И перестал драться, ну, и ругаться, и остальное все. Хочу нормально жить. Начал работать. Ну и на работе вот, от тяжелой работы прихватило меня очень сильно. Дело все в том, что не могу в данный момент ни нормально сесть, ни лечь, ни спать. Не сплю, ребят, уже очень много времени. И очень сильно прям устал от этого. Нужна очень срочная операция. Буквально вот в понедельник уже буду ложиться и буду оперироваться. На это нужно денег. У меня их нет, ребят. Потому что живу не очень, как бы так, от зарплаты до зарплаты. Сейчас зарплаты нет и не знаю, что делать. Люди добрые, всем счастья, здоровья, благополучия, радости. Кто чем может, помогите, пожалуйста. 200-300 рублей тоже помогут очень сильно. Нужно прям срочно сделать операцию. Не сделаю, не дай бог, подкажет нога, тогда не знаю, что вообще, как буду жить, что буду делать. Если есть такая возможность, помогите, пожалуйста, не останьтесь в стороне. Будьте добры. Вам мира, добра, радости, благополучия вашим семьям, вашим родным и близким. За тобой незримый путь любви. Ты оазис счастья и мечты. Наполняешь сердце только ты. Я не строил замки.